Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Kia Rio 2010 года выпуска, двигатель 1.4, автомат, передний привод. Пробег на автомобиле 147 тысяч километров. Заменю на нем масло в двигателе и фильтра. Поднимаю автомобиль, сливаю старое масло. Зальем промывку в двигатель, 5-минутку. Промывка Liquid Moly, 5-минутка, номер для заказа LM1920. Хозяин настоял. Запускаем двигатель. 5 минут двигатель поработал. Пусть пока стекает, потом подниму, солью масло. А сейчас поменяю воздушный фильтр. 4 защелки и поднимаем. Грязненько там. Затыкаю сверху воздухозаборник и продуваю. Так, продуваю. У меня открыта маслозаливная горловина. Беру новый фильтр фирмы Goodwill, номер для заказа AG349. Вставляем его на место, поправляем, закрываем крышку. И защелкиваем защелки. А теперь поднимаю, сливаю масло и меняю масляный фильтр. Поднял автомобиль. Масляный фильтр находится под генератором. Откручиваем его. Беру новый фильтр, оригинальный, номер его для заказа 26300 355 03 N.
достаю фильтр, смазываю резиночку маслом. И закручиваю его на место. Смываю подтеки. Лайка заканчивается. И сливаю масло. Пробка на поддоне на 17. Да, с маслом, конечно, у хозяина большой перепробег. Сливаю. Все, масло стекло. Сверху я маленько 100 грамм ливанул, чтобы продавить. Смываю подтеки. А теперь опускаю автомобиль и заливаю масло. Заливаю масло. Масло оригинальное. 0,5-100-00-441. По вязкости 5W30. После того, как у нас система заполнится, я заглушу, масло стекет. И уже щупом проверим, как у нас будет уровень масла. В данный момент максимум. А теперь иду, меняю салонный фильтр. Открываю бардачок. Здесь обратил внимание, что бардачок, накладка его оторвана. Ой! Здесь не только накладка оторвана. Здесь и этого нету. Фиксатора ни одного, ни другого. И крышки нету. Вот это люди ездят. А как у них? Печка работает, непонятно. Кассеты. Ни фильтра, ни крышки. Ладно, поставлю фильтр, а крышку скажу, что надо заказывать. Закажу и потом поставлю. Вот так вот бывает. Первый раз так сталкиваюсь. Беру салонный фильтр фирмы Goodwill AG156CFC. Это угольный фильтр. Вставляю его. И нечем его закрыть. Интересно. Ладно.
На этом все. Замену масла, фильтров я закончил. Всего вам доброго.